День народного единства в Казанском федеральном отметили весьма креативно. Этот день запомнится студентам уникальной встречи с известным актером театра и кино. В своем выступлении Александр Цуркан отметил, насколько важен этот праздник для всей страны. Пофилософствовал на тему смешения традиций и культур. И подчеркнул, как важна общность и дружное сосуществование разных народов и слоев общества в такой огромной стране, как Россия. Для студентов актер исполнил множество любимых и всем известных патриотических песен. Декламировал стихи, а в завершении снова перешел к поздравлением, пожелав Казани университету мира и согласия. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.